Ярославле чествовали сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Свой профессиональный праздник они отмечают в последний день весны, однако отличившихся инспекторов отмечали сегодня. В подразделение ПДН поступила информация о более чем 1200 неблагополучных семьях. В прошлом году возбуждено 167 уголовных дел в отношении родителей, недобросовестно исполняющих свои обязанности. Проведено более 11 тысяч занятий с детьми. В этом году подразделению исполняется 80 лет. У каждого сотрудника по делам несовершеннолетних на учете состоит в среднем около 10 родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои родительские обязанности. И в среднем около 20 несовершеннолетних, допустивших правонарушение того или иного рода. С данными семьями и несовершеннолетними мы проводим систематические профилактические беседы, посещаем их по месту жительства, проверяем их по месту обучения.